Виставка «Бабіч» в мистецькому арсеналі. Зараз буде екскурсія. Но народу пока немного. Я решил пока до экскурсии еще 15 минут пройтись по вот этому черному коридору. Здесь без фонариков ничего не видно. На входе раздают фонарики. Вот, я включил фонарик. Ой, и захожу в такие шахты. Донбасс. Труд шахтеров в копанках. Фотографии, я так понимаю, так 80-х годов. Ну, сейчас на экскурсии расскажут, наверное, кто эти люди там. Ну, я так понимаю, что это просто жители Донбасса, которые работают на копанках. Такие атмосферные фотографии. Женщины, шахтеры, снова женщины. Показан быт. Тут целая фотосессия с фотообоями. А посвети еще перед собой. Вау! Воу-воу-воу! Вот это спецэффекты! А сделай еще так. Воу! Туф-туф-туф-туф! Обалдеть! Как в Клозере. Да, вы меня, конечно, извините за такой комментарий, но это уже похоже на какую-то квир-тематику. Потому что гендер тут сложно определить. Вроде как женщина, я не знаю. Так, и вторая стена. Те же фотообои. Так, возвращаемся по другой стене. Я так подозреваю, что это Новый год они собирались так праздновать. А, вот эта женщина, походу, преобразилась, одев платье. Но я могу ошибаться. Вот она же. В рабочем аутфите на кухне. Ну, слегка такой легкий постпродакшн я вижу, фотошопчик для пущего драматизма. Совсем молодой парень, на вид лет 18-17, отдыхающий шахтер.
Adidas. Вот так они вытаскивают уголь. Я не знаю, есть ли у них вагонетки там, или они на таких саночках, гробиках вытаскивают из копанок. Ну да, я сейчас буду спрашивать у куратора, есть ли у них вагонетки. Ну, должен знать. Там, кстати, документальный фильм еще есть в отдельной комнате с Виктором Ивановичем Марущенко, который рассказывает, наверное, об этой серии. Так. Итак, мы прошли по этому коридору. Там в конце этого коридора у нас есть такая яркая стеночка. Вот это я иду по стенкам, так веду лучом. А, да, выставка находится на втором этаже Арсенала. Достаточно редкость, потому что обычно все выставки проходят на первом этаже. Но со вторым этажом есть проблема. Сюда нельзя на инвалидных колясках. Короче, здесь нет никаких хэндикапт условий. Так, я выключаю фонарик и иду. Сейчас быстренько вот эту стенку делал Саша Курмас. Ну, точнее как, рисовал на ней что-то. Да, ну и здесь мы видим еще ряд фотографий. Такие жанровые сценки. Бабушки, коврики. Богомольцы в церкви, какое-то трагическое событие, может, умер кто-то. Это можно на обложку глянцевого журнала. У меня такое впечатление, что их на этот фон просто посадили. Или это не фон, это просто фотографический фон. Типа не настоящая фотозона какая-то. Детки. Человек без ноги. Да, стенка вот такая. Саша Курмас задизайнил. Ну вот эта стенка какая-то такая, не знаю, скорее позитивная, чем негативная. Какие-то яркие стороны жизни, в общем-то, сложные и тяжелые. Не знаю, или из-за цветов, или из-за света такого студийного, фэшн. Так, и у нас осталось еще пройти другую стенку. О, здесь вообще просто праздники жизни. Ну это просто, я не знаю, даже с обезьянками фотографируются люди. На курорте. Это Одесса, может быть, Крым. Так, нам надо быстрее, нам надо ускоряться, там уже люди собираются. Грязевые ванны. Грязетерапия. Он, певица Лолита. Ну блин, да, здесь я угадываю какие-то огромные софиты
использовали какие-то такие фэшн-вспышки. Может, даже и не одну. Ну да, 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 селфи-палка. Так, ну вот мы дошли до конца, сейчас пойдем послушаем еще экскурсию и видео посмотрим.